Доброго здоровья, дорогие. И я недавно задал вопрос на видео, и сейчас вам зачитаю некоторые ответы. Например, с Ютуба. А вопрос был... Что это такое? И ваши ответы, вначале на Ютубе, часть из них. Портал в параллельные миры. Задал координаты и залез под стол. Я простые ответы не читаю, потому что, ну, и вы их так найдете под этим видео, что на Ютубе, что ВКонтакте. Я читаю наиболее интересные или особенные. Устройство, чтобы посмотреть, что находится внутри чемодана, если его подставить под столик. Похоже, всемирный телефон до звона. Это квантовый компьютер. Так, сейчас перехожу к зачитыванию ВКонтакте. Стол информации. Обратите лучше внимание на пол. Ничего не напоминает? И чуть-чуть, через несколько сообщений других людей, он написал, этот же человек, что ему напоминает. Я понял, белые, серые и черные прямоугольники на полу символизируют полосы жизни и поступки. Информационный стол – это путь к знаниям, а лифт за ним – это вознесение на другой уровень. Сразу видно, человек какой, рассказывает, насколько широко мыслящий, или глубоко, или высоко. По ответам вы себя можете фиксировать свое состояние, или настроение, или уровень развития. Еще ответ – медитирующий компьютер. А вот еще ответ. Это весы. Заходишь в торговый центр, садишься на весы и считываешь инфу. Потом идешь, кушаешь в Макдональдсе всякие бигмаки, а потом сразу на эти весы возвращаешься. Садишься и меж ног сразу видишь, сколько твоя попа прибавила за трапезу. А ему ответ. Людовик, чем считывать-то? Попой? А вот один из ответов, который мне понравился. Это высшее Я показывает. Можно также сверху, выходя в свое высшее Я, или смотреть глазами Творца, который за всем этим стоит. Определение условное. Наблюдать за тем, за собой и событиями вокруг себя. Что происходит в одном из фракталов будущего? И где планируется оказаться для реализации, чтобы можно было с физики сделать заявку. Просьба с физики мощнее в разы, чем заявка с любого другого измерения, чтобы и здесь, и сейчас настроиться на определенную модель будущего, приближать ее к себе своим вниманием из многовариантности будущего. Во. Простому человеку вряд ли будет понятно, что здесь было написано. Но, думаю, многомерные поймут, уловят.
И один еще ответ. Я так понял, всего этого в России еще нет. Поэтому возникает вопрос, что это? Да, действительно. Изначально у меня вопрос самого возник, что это такое. Я впервые такое увидел, потому что в торговых центрах, даже в бизнес-центрах, я такого не помню. И не видел еще пока. А это было в большом торговом центре. Многоэтажном. Поэтому я решил снять и спросить у вас. Хотя мне тут же пояснили, что это. Но мне интересно было узнать, в курсе ли люди, которые хотя бы меня слушают, что это. Или все те, кто просмотрит это видео, в курсе ли, что это такое. Может быть, в России нету в большинстве городов. Хотя, может быть, в столице, может, во второй столице уже начинают такие монтировать. Хотя... еще не видел в Петербурге. Может быть, я в Петербурге еще не везде был. Но вот один из ответов, который близок к тому, что я закладывал, и плюс к тому, о чем я хотел бы рассказать. Вот ответ. Хорошо бы было, если бы эта штука проецировала над собой экран. И как раз вот что она мне напоминает. Голографический проектор или голографический интернет. Принтер. Голографический принтер, который существует. Некоторые разновидности существуют уже на других планетах. У чуть более технически развитых цивилизаций. Что они делают? Они доставляют некоторые и продукты питания, и вещи. Небольших размеров, хотя есть и принтеры или вот такие вот устройства и для больших вещей, для гигантских. Но если такое стоит в такого размера в магазине на другой планете, или там есть, вообще их уже покупают, то есть приобретают на других планетах подобные вещи, устанавливают у себя дома для доставки. А у нас это когда-нибудь тоже будет. У нас это будет называться интернет-доставка или что-то типа этого. Через голографию, то есть пересылка предметов, покупка в магазине, и голографически будет спроецировано у вас прямо над этим столиком. То есть экран, над которым будет голограммой спроецирована какая-то вещь или что-нибудь, какой-то предмет, который вы чуть ранее приобрели в интернете, по-русски говоря. И вы сможете... после спроецирования взять его и ощутить физическими руками. То есть оно будет материальное. Но это технологии будущего, которые нам еще предстоит открывать или не открывать, как дорабатывать, работать над тем, изобретать нашим будущим гением. Вот вкратце зачитал и рассказал, что я об этом думал. И для чего я этот вопрос задал. На этом завершаю видео. Пока.